Первокурсники Омского училища решили спор с помощью ножа. По версии следствия, подросток обвинил друга в распространении наркотиков. За это парень трижды ударил его ножом. Что говорят об этом в учебном заведении и как чувствует себя потерпевший? Смотрите далее. В профессиональном училище номер 22 идут занятия. Здесь учат на электромонтеров, сварщиков, слесарей, монтажников. О ЧП, которое стало уголовным делом, студенты слышали. Немного. Парни говорят, что педагоги об этом молчат. Известно, что, придя в училище, подрались два первокурсника. Один из них достал нож. Там в парке разбирались. Знаю, что была драка и все. Пошел, рубанули. Все, больше ничего не знаю. Толком вроде бы ничего не говорят. Говорят то, что прохожий как бы в алкогольном опьянении напал и все. Так толком не известно. А где это произошло? Ну вот возле нашего училища. Как все было на самом деле, выяснили следователи. Два первокурсника пришли на пары в училище. До звонка молодые люди вышли покурить. Завязался спор. Юноша достал нож и три раза ударил одногруппника в грудь. Зачем Амич взял на учебу холодное оружие, сыщикам еще предстоит выяснить. Известно, что оба студента были трезвыми. Конфликт произошел около училища, на улице, на территории, скажем так, училища. По версии потерпевшего, конфликт произошел от того, что он заподозрил подростка, который причинил ему телесные повреждения, в употреблении и в продаже наркотических средств. Но данная версия будет проверяться в ходе предварительного расследования по уголовному делу. Юноша, который проходит по уголовному делу потерпевшим, сейчас в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Друг, скорее всего, бывший, стал подозреваемым в уголовном деле по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подросток ранее состоял на учете в органах внутренних дел.